Всем здравствуйте, всех вас рад видеть на канале. Еще одна такая радостная новость. Реализовал рыбок. И, конечно же, я этому очень рад. Тоже посмотрите там сколько штучек. Можете на паузу нажать, так для себя просто прикинуть, как бы угадали или не угадали. Покажу вам только барбусов, но я еще и петушков всех реализовал. Практически всех. У меня в одном аквариуме были петушочки. Я уже это не стал так в ролик вставлять, чтобы ролик таким слишком долгим не был. Только именно акцент на барбусах. Посчитал, их оказалось там достаточно много. Я, если честно, был удивлен. Ну и теперь, конечно, буду тратить эту денежку, покупать сюда что-то на разводню. Уже голова, так можно сказать, занята проектами, которые я буду здесь реализовывать. Всем вам приятного просмотра. Сейчас буду ловить барбусов на продажу. Я их сутки примерно не кормил. Видите, слил водичку уже. Ведерочко. Хотя я их отсюда продаю потихонечку по 20-30 штук. Но такое ощущение, как будто они не кончаются. Сколько здесь кого, не знаю. Какое количество их здесь. Сейчас буду считать. Мне самому интересно. Ну, красных здесь, я думаю, чуточку побольше, чем зеленых. Хотя красных я с этого аквариума продал в разы больше, чем зеленых. Всех выловила отсюда почти. Там вон за фильтром осталось 7 штучек красных. Я их не стал вылавливать, потому что сейчас с ведерочка буду обратно пересаживать в этот аквариум. Сколько получилось красных барбусов, как вы думаете? Я сам, если честно, удивлен. Их довольно-таки много оказалось. Оказалось их 450 штучек. Сейчас я их буду обратно высаживать вот в этот аквариум, потому что им здесь тесновато. Ну, а зеленых я еще не считал. Зеленых я потом сюда буду ловить и посчитаю, сколько их штучек. Посчитал я барбусов. 230 штучек. Видите, освободил ведерочко, водички чуть оставил. Сейчас губку промою. Здесь вот красные уже плавают. Водички нужно будет долить. Ну, а эти все на продажу. То есть освободился немного аквариум. Уже не нужно будет менять каждый день водичку через день. Ну и губку, конечно, не так часто нужно будет мыть. То есть будет уже полегче. Ну и водичку, конечно, я долью. Все будет нормально. Ну, представьте, довольно-таки большое количество в этом аквариуме было рыбок, да? Под 700 это довольно-таки много. Такого ни в коем случае нельзя делать. Даже вот этих барбусов я хочу рассадить по аквариумам. То есть наполовину, тогда будут быстрее расти, когда напополам разделю так. 200 оставлю здесь, 200 пересажу. Так что вот такая вот большая работка была проделана. Но приятная, скажу вам так. Ну и все, барбусов зеленых продал. И красных тоже продал. 200 штук еще красных продал с этого аквариума. Сразу вот их покормил. То есть здесь вот видите и мелкие, и покрупнее. Мне, конечно, выгодно, чтобы я держал рыбку чуть подольше, чтобы она была покрупнее и подороже продавал. Ну, бывает вот людей, которых давно знаю, так вот отдаю по такой цене. Приемлемой по, можно сказать, самой такой себестоимости рыбки. Ну, конечно, и мне тоже остается. Ну, и человек тоже потом подзаработает. Лишняя, как такая помощь, взаимовыручка. Нужно почаще такими вот делами заниматься, я думаю, тогда будет гораздо все лучше у нас с вами. Так что вот такой вот день, очень удачный, очень приятный. И рыбкам здесь попросторнее, и мне хорошо, я могу теперь на свои проекты денежки истратить. Потихоньку уже покупаю материал. Вот. Думаю, вам
понравятся те проекты, которые впереди у меня. То, что я буду реализовывать на разводе. Пока такие мини-проектики, но будут и такие мега-проекты, которые я вам говорил.